Почему бы не ездить на работе на мотоцикле? Райер экономит время и усилия, чтобы работа была развлечением. Новинка на рынке. Мотоцикл Райер был специально сконструирован так, чтобы строители автобанов и шоссе не должны были идти сотни метров пешком. Например, за канистрой бензина в центральное управление, за инструментами, за чем-либо необходимым. Или проектировщики, которые приехали на стройку на легковой машине. Геодезисты, руководители строительства, все те, которые должны передвигаться по большим стройплощадкам. А что лесники? Лесорубы на неприступных пространствах, земледельцы, газовщики, электромонтеры. Нет необходимости перечислять, где такая машина может понадобиться. Проще назвать тех, кому она не нужна. Райер не быстр, но попробуйте бежать с канистрой и бензопилой с 30-километровой скоростью. У него хватит мощности, чтобы он проехал и по труднопроходимой местности, но лишь настолько, чтобы с этим мог справиться и неопытный водитель. Он легкий, низкий, чтобы вы могли с него легко встать на землю и при этом чувствовали себя удобно. Обращение с ним во время езды и в спокойном состоянии безопасное и очень простое. У него нет рессор, потому что он максимально прост, и при низкой скорости они вам просто не нужны. Наоборот, на больших неровностях он сам знает, когда надо сбавить обороты и замедлить ход. Маленькие неровности надежно отстраняют пневматические шины, накачанные до низкого давления, а о вашем комфорте заботится также мягкое подрессоренное сиденье. Конструкция шасси проста и при этом очень массивна, и на случай грубого обхождения. Все использованные компоненты рассчитаны на длительный срок эксплуатации в тяжелых рабочих условиях. Особенно японский современный одноцилиндровый двигатель Subaru объемом 170 кубических сантиметров. Он является гарантией надежности, низкого расхода бензина и уровня эмиссии. Вместе с редукционной коробкой передач с центробежным сцеплением он составляет одно компактное целое. Газ управляется большим пальцем правой руки, а механический дисковый тормоз – рычажками на ручках руля. Никакой педали тормоза и переключения передач. Райер проедет и через узкий дверной проем строительной ячейки, спрячется и в маленьком садовом домике. Не помешает и в углу гаража, а благодаря складным ручкам две машины поместятся в какой угодно пикап, куда их легко погрузит один человек. Этот помощник предназначен не только для перевозки людей, но его составной частью могут быть универсальные и специальные багажники для инструментов или груза весом до 100 кг. Для транспортировки больших предметов к задней части мотоцикла можно присоединить маленький прицеп с полезной массой еще 100 кг. Мотоцикл возможно при желании оснастить фарами, подогреваемыми ручками, более мощным мотором с электрическим стартером, специальными кронштейнами для инструментов, приборов для геодезистов или удочки, или же корзинки для пикника. Мотоцикл спроектировал многократный участник ралли «Дакар» в категории «Мотоцикл» Иво Каштан. Он вложил свой опыт в разработку этой машины. Вам о чем-то говорит название «Райер»? Да. Это имя победителя этого ралли. Симпатичного, упорного парня с лукавой улыбкой, маленького по росту, но большого с точки зрения своих достижений. Он был вдохновением для исполнения снов о «Дакаре». А «Дакар» был, собственно говоря, вдохновением для создания этого мотоцикла. Райер – полезный мотоцикл. www.rayer.cz